каждом сердце звучали слова: «Мы не дрогнем, не отступим, мы будем стоять насмерть до последнего патрона, до последнего солдата». Вся Москва от мала до велика поднялась на борьбу с врагом. Каждый был готов отдать жизнь за свой любимый город. Уже 3 июля на сборные пункты пришли сотни тысяч москвичей, готовых встать на защиту Москвы. В Москве и области было сформировано 16 дивизий народного ополчения и 120 тысяч добровольцев. Они хотели защищать свой город любыми силами и любой ценой. Четверть миллиона жителей столицы, из них 3/4 женщины и подростки. И эта всенародная поддержка поднимала дух бойцов, воодушевляла всех защитников Москвы. Словно огненный росчерк на знамени, словно вечной отваги печать, вам давали гвардейские звания за умение смерть побеждать. И в смертельном огне закаленные вновь на битву выходите вы. Все герои страны под знаменами ополченских дивизий Москвы. Руководители города и страны были на переднем крае защиты рубежей столицы. Александр Сергеевич Щербаков на протяжении всей войны работал в столице на пределе сил, на грани человеческих возможностей. Все для фронта, все для победы. Щербаков встретил с москвичами долгожданный день победы.